энтузиастов, которые этим занимались, в том числе и я. Поэтому я очень рад, что ваши изменения уменьшаются, что вы любите этот вид спорта и будете продолжать развивать его дальше. Я вам желаю огромных успехов и, главное, удовольствия от того, что вы этим спортом занимаетесь. Здоровья вам и удачи! Смирно звучит гимн России и Колизея. Второе место занимала Викулова Калина.